Цветет сейчас вот такая вот интермедия. Где-то есть про нее видео. Мне ее подарили на выставке орхидеи. Была лекция. И кто у нас тут написан? Сугияма-сан. Он проводил лекцию, показывал, как их... А когда это было? В прошлом году, в марте, была выставка, значит, что ли. Проводил лекцию, показывал, как их пересаживать. Я постараюсь найти это видео и... В конце добавлю ссылку. Здесь у нас, смотрю, псевдобульбочка довольно-таки небольшая, почему-то выросла, да? Может, я просто пересушивала слишком. Это у нас первое цветение у меня. Это был большой довольно-таки кустом. И ее отрезали, вот этот вот кусочек, вот это вот у меня выросло, да? Здесь, я не помню, у него, наверное, или был цветочек, или надо найти то видео. Или он уже был отцвевший. И вот этот вот такой вот кусок ризомы мне отчикали сразу после лекции и подарили. Вот этот вот цветочек раскрылся самый первый, где-то неделю назад, может, чуть больше. Потом открылся вот этот. И вот вчера или позавчера вот этот. И видно, ну я думаю, что видно, начинает уже вечереть, сколько у нас, без 25 вечера где-то уже. А может, немножко темновато будет. Вначале он такой не лимонный, а желтоватый. Сейчас он более-менее так цвет уже... Не набрал, а наоборот убрал этот желтоватый такой оттенок. Распрямился. Вот этот уже полностью, то есть он готовый. Цветок уже расцвел, да? А поначалу они желтенькие такие. Пока распрямятся и цвет наберут. Очень мне нравятся интермедии. А они неприхотливые. И к засухе, вернее, к пересушкам, и к жаре, и к холоду. Кто-то рассказывал, что вот на улице оставляли их, и даже они под снегом были. Ну, конечно, не целыми днями. Ну, вот так вот бывало, что снег выпал, ой, а там интермедии. То есть вот такое даже рассказывали. Очень сильные котлеи. Аромат у нее что-то ландыши, что ли, что-то такое вот. И эти цацочки, полосочки, мне так очень нравится. Ну вот именно вот эта вот интермедия цветет у меня. Ну, в принципе, да, она у меня впервые цветет, но другие, по-моему, цветут только раз в году. Сейчас будет следующее видео про интермедию Альпа. Я ее уже показывала. Она цветет два раза в год. То есть, как она нарастила свою псевдобульбу, так она и зацветает. Следующая успела там через полгода зацвести. То есть, она зацветает. У нее нет такого вот периода. Цветет, например, только осенью, да, или там летом. Как выросла, так и зацвела. Ой, так. И эти цацочки, вот посмотрите, сзади. Ну, какая прелесть, да? Да? Сзади у нас. Какие яркие. Жалко, что они не спереди, да, а именно сзади. То есть здесь у нас получается довольно-таки бледно, да? Так, и вот смотрим на эти лепесточки сзади. Какие яркие крабушки.
Сидит она, глиняный горшок, мох. И на дне у нас пенопласт. То есть пенопласт, если я добавляю, то где-то вот так вот, одну третью часть. Этого вполне достаточно ей там снизу, чтобы воздух гулял.